776 522. В местной аптеке эту женщину уже знают в лицо. За лекарствами приходит ежедневно. После спешит в ближайший супермаркет за продуктами. Заказы доставляет пенсионерам. В прошлом швея, сегодня Ольга – социальный работник с 13-летним стажем. Зоя Михайловна, это Оля. Зое Федосиной 90 лет. Вся родня живет в другом городе. Муж умер. На улицу женщина почти не выходит, не говоря уже о походе в магазин или аптеку. Говорит, социальный работник для нее теперь и семья, и родня. Ну, это как родная дочь. Это вообще такой человек необыкновенный. Отзывчивый, безукоризненно все исполняет. Котлеты из трески сразу в морозилочку их убирайте. А карамельки еще такие вам взяла. И карамельки взяла такие, и шампиньоны. Ограничиться набором стандартных услуг никогда не получается, рассказывает Ольга. Чтобы у подопечных не развивалась старческая деменция, покупает им журналы с кроссвордами. Заставляет перебирать горох, так они развивают мелкую моторику. Включает песни на своем телефоне. Зоя Михайловна любит Фрэнка Синатру. Любимого певца. Вот она мне и два портрета, там стоят они, Фрэнк Синатра. Когда мне оперировали ножку, там маленькая операция была, сказали, через день приходить на перевязки. Оля говорит, то я на дому буду делать перевязки. И она ко мне приходила домой, делала перевязки вот эти самые. Ольга говорит, что ухаживать за одинокими стариками ей по душе. Таких подопечных у нее 12. И с каждым найдется о чем поговорить. Обмен идет взаимный, жизненными историями и хорошим настроением. Я очень такой общительный человек, поэтому как-то у меня все подопечные мои, все вот доброжелательные, веселые, отзывчивые. Я всегда прихожу нарядной к ним, и они соответствующие одеваются, бусы, платья нарядные. Социальный работник – это призвание. И пусть работать с пожилыми людьми не всегда бывает легко, зато моральная отдача огромная, объясняет Ольга Деревенская. И спешит за новой порцией лекарства и продуктов для своих стариков. Евгения Малышко, Евгений Молчанов, ОТВ.